Приветствую, это Ульяна шьет. Шьем сегодня вот такую интересную подушечку. Что касается молнии, лучше вставлять потайную и на длину всей стороны подушки. У меня молнии подходящей не оказалось, поэтому у меня она коротенькая, 18-20 сантиметров. Ну, имеем то, что имеем. Специальная лапка устанавливается. Вот, кстати, та, которая у меня была в наборе к машинке, она не очень удобная. Именно для потайной молнии неудобная. Нужно приноровиться, но молнии потайные я вшиваю крайне редко. Близко к зубчикам пришивается молния от начала и до максимального конца, насколько это возможно. Далее я на молнии делаю отметки, где началась и где закончилась строчка. Заднюю часть наволочки накладываю на переднюю лицом к лицу, отмечаю насечки, совмещая с прорисованными метками. Теперь вот так подколю вторую тесьму молнии, совмещая метки. Осталось настрочить вторую тесьму молнии также от начала и до конца. Молния готова. Сейчас я ее застегну. Под кантом ее совершенно не видно, что мне и нужно. А дальше по периметру от начала строчки до конца сшить наволочку. У меня уже была готовая подушка, поэтому постараюсь ее запихнуть туда, в это узенькое отверстие. Можно сшить и отдельную подушку. А можно и на скорую руку забить набивкой такую наволочку. Получилась очень интересная декоративная подушечка. Благодарю за лайк. До новых встреч!